Всем привет, друзья! Сегодня у нас пятница. После учебы Даня пошел. Сейчас вот у нас уже время 3 часа дня. И вот он сейчас ушел гулять. Хочет поехать в центр поедет, на Красную площадь. Вот с кем-то он там едет. Я имею в виду, что не один. Но не от школы, а так просто они собрались поехать погулять. Видите, снег у нас идет, я не знаю, видно, не видно, но падает снег. Такой большой-большой хлопьями. Вот. На улице небольшой минус. В общем, на дачу мы не поехали. Обычно мы в пятницу на дачу едем. Завтра у Дани день рождения, может, пойдем в кафе. Может, не пойдем, не знаю, как будет у нас желание. Вот. Ну и мы остались дома, чтобы в любом случае отпраздновать с Машей там все вместе. Ну и поэтому он, так как на дачу не поехали, он поехал гулять. А снег идет. Хлопьями такой большой, большие хлопья очень. К окну подошла, Таня провожала, и вот заодно решила заснять снег. Всем привет, друзья! Мы вышли на улицу. Сережа, в общем, сейчас Сереже надо съездить в Рольф по делам, а потом завтра у Дани день рождения, мы поедем в Перекресток. Купим на стол кое-что, но вообще мы собираемся в кафе. Шоколадницу. Дане вчера сказали, выбирай куда. Он посмотрел тут, чтобы близко было и по меню более-менее что-то можно было подобрать. В общем, он сказал, что хочет кофе, поедем в шоколадницу. Вот так у нас снежно. Сегодня я же показывала, был снегопад. Все, сейчас почистил машину и поедем. А вот тут почистили, видите, снег. А вот возле, кстати, нашей машины снег не почищен еще с той стороны. Смотрите, какие сугробы громадные. Видите, как там снега много. Я поэтому там и не стала садиться. Сережа развернется, я сяду. Всем привет! Едем в Рольф, потом поедем в Перекресток. В Рольфе у Сережи там, не знаю, дела какие-то. Вот, потом поедем в Перекресток. Завтра Дани день рождения. Закупим все сразу к столу. Ну и купим кое-что, то, что нам нужно на данный момент. Вот. Чистят снег, хотя, по-моему, просто едут. А в Рольф тебе зачем? Страховка. А страховка? В общем, едем. Делать, да, нужно ее? Они так быстро делают ее? Да. В общем, страховка, Сережа, нужна, вот что. Смотрите, какие сугробы у нас намело. Приехали в Рольф. А тут скользко, нет? Куда нам? А это Kia Motors. Вон Рольф. Такие белые машинки. Детский.
на рыбке. Не знаю. Это долго будешь там? А что тогда там здесь тут рассиживаться-то? Вот мы и дошли. Сашкина машина. Саша, которую убрали, она стоит 2 120 000. А чё? Тига 8. 3 550. Ну ладно, пошли, что там? Куда нам? Одни китайцы. Как китаец, нормально. Не наступать, не трогать, не мыть. Я на второй этаж. Все, вышли мы, все сделали. Новых Шкод нету, кстати. Ну, они же теперь не продаются. Я показал, какие там стоят. Мерседес какой-то. Ну, такие другие машины, короче, которые продаются. Шкоды нет. Китайские. БУ Шкоды зато продаются. Там прям так и написано, что... Шкоды с пробегом. У нас у самих Шкода с пробегом. Нам зачем? Страховку сделал Сережа. Все. Так можно было бы заказать и заехать быстренько. Забрать. А может вообще никуда не ездить? Да, может было даже не ездить. Но у Сережи 45 лет, он паспорт поменял. И надо было паспорт провести, да, чтобы они сканировали там то все. Да, надо просто поменять. Да. Не могли они по телефону поменять их? А телефон нет, куда не высылайте. А, высылать надо. Зачем ее высылать? Мало ли что, куда. Ну да, ну в общем, поэтому приехали. Это же паспорт. Да.